Всем привет! Владелец купил эту машину себе. Повреждения небольшие, но их много. Итак, машина уже у меня в мастерской. Капот ремонтируется, правое переднее крыло и передняя дверь будут заменены. Левая дверь замена. Это место ремонта. Итак, начинаю ремонт. Немного разбираю. Ремонт начну с порога. Для ремонта буду использовать споттер.
Порог сделан. Теперь подправлю это место. Хорошо, теперь капот. Он из алюминия. После ремонта капота последнее повреждение. Подровняю его и потом начну устанавливать детали. Работа с металлом закончена. Теперь устанавливаю детали. Моя работа закончена. На эту работу ушло 23 часа. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!